Я лечу. Я залетела. Поздравляю. От кого? От кого? С залетом? Да, скучно, жесть вообще. Ничего, я вам его немножко это развеселю. Пусть уже, по-моему, веселится. Тыкалку раздай. Какое? Касок нет. Я буду спокоен лишь когда окончательно... А как же техника безопасности? Разве бэч? Вали его на бок, ломай ему хуй. Ёпта. Так, камень в Даларан. Надеюсь, я успею. Если может вообще не пойдем в льду тогда, хули пропускаемся. У меня что же ранее пропало вообще? Потому что как обычно, всем все похуй. В смысле, как перегрузка ж, отбежать Поезд надо. Поезд не объясняет ничего никому, все идут просто, бьют босса, не думают головой. Нужен Олег. Возьмите, желающий просится. Эйд. Ты что, спойлить не можешь тебя, Паладин? Хорошо быть инженером. Узнал червоточину, прилетал в льду. Жаль только КД 4,5 часа.
Туда же? Место встречи изменить нельзя? Чё, пусть пекается. Очком. Слышь, Вуди, так ты эти, с этого эти штаны же будешь брать себе за этот, за токен. У меня есть они. А что? А так эти зачем? Какие? Которые ты сролил. Я ничего не сролил. Блядь. А кто строил? Что за хуйня? А я какого маленького пиздонка? Лапу, дайте друиды лапу. Все карты сбивать. Я первым собью. Я третий собью. Ты води этого среднего поближе к нам, чтобы мы могли из метки бить. Вот сейчас будет еще раз бейте. Разумеется. Спасибо. Зачем мне? У меня рути есть, мне его не надо на панель выносить. Я им пользуюсь. Вот сейчас бейте. Ты его без панели юзаешь? Не, на панели. Он у меня постоянно юзается. Я собью сейчас карту. Он хочет жить. Выебать сейчас делает. Тупого на нахуй. Сейчас будет, кстати, скоро лужа зеленая. Зайдите в эту хуйню ебаную.
Вот этот подвел бы ближе к этой, чтобы мимо тоже могли бить из этой лужи дальней. Точно, это шучило. Надо было ждать. Сейчас. Мое поражение лишь приблизит вашу не выбежал. Не знаю, ко мне сейчас подбежал один и стоял просто до конца, пока я его не убил. Секунд 10, ничего не происходило. Не уешь их они. Вообще не взрываются. А чего на все касты сделали? Блин, сука. Мое поражение. Вы разгромили железное собрание и открыли архив. Молодцы, ребята. Ага. Я блин потратил, чтобы от этого прыгнуть. А, уже. Тут ролик можно все и на все спеки или как? Так это будет и этот, эти ботинки отличаются, они это черный сет будет. Черный сет Мстителя Ульдуара. Ух, сейчас бессмертие сделаем, да? И поезд с тебя остался. Что там упало-то? Спасибо. Позолоты. Давайте сначала разберемся, как бьем, по названию или по расположению. Они, блядь, и называются так же, как и расположены, правильно. Если тебя повернуть, это так же будет называться. Я понимаю, но стоим-то мы лицом к нему. Доставать трудно. Не, я даю этот. Кровь, все это дерьмо.
Странновато, наверное, язык не успел. А вот, да. Чумаку. Так его, ему дал же этот добав. У него тоже добав. Его дебаф, забирай ты в Void. Да, и у тебя Void. И у тебя Void дебаф. Покончится. Все пропало. Я заберу. Билин, как только заберет, вот этот пропадет у тебя дебаф, забери сразу. Блять, мне даже нечего это. Я не знаю. Вот. Спал. Бля, пидор. Вот это всё, примерно весь состав нашего рейда. Сейчас перед нами. Все, я там. Валера зашел. Тупо, блядь. А кто по-моему? А, Гильдай. Дал бы я хоть какой-нибудь эту типа, размах своим котом, и все, он бы не сдох. Быстрее был бы на тебе. О, левая рука. Блядь, тут в 4 танка вообще наизично, нахуй. Пульту просятся вон. Так в этом гире у паладина шмот весь тоже, блядь, сарпом хуярит. Неправда, здесь и на паладина хорошая есть. Ну, есть и нормальные, но есть и шмотки сарпом многие. Добирай там народ с гильдии. Сарпом, по-моему, топор тут двухручный только. Я не знаю насчет посланника, но, блядь, ДФБ это пиздец, там весь шмот сарпом упал. Практически. Тут конкуренция у паладинов, 5 человек аж. А кто лаглы давай, она же танк. Девять жизней, давайте сделаем. Слава, люди он плюсует, ты никого не добираешь. Возьмите фулл метал, он там уже это ругался. Никто не плюсует, я написал, плюсуйте в льду, кто хочет. И фулл метал тоже плюсовал, да, это. Он же писал, что не пойдет.
Друг Ралли. Друг Ралли. Одеть? Ну, место же есть, пусть. Кто там босс идет, сейчас согрится уже. Он согрелся. Катя ликанул. Коша, бьем, нет? Мне кажется, если всех собрать, быстрее будет. Кошек бьем. Поверни его в рейд, Макгрегор. Тебе сейчас дыхнет, ты сдохнешь. Он умер, его убил защитник. Его убил защитник первого. А какой КД антифера у воров? Да мне так, для общего развития. Зависит. Ты, бля, сумани меня, я тебе все собью. Это я. В смысле? Так кто-то пошел, так я и потом забрал.
Войд, Войд. А Муршам уже 5,5 КГС, у него 4,8, бля. Руды кейкнул, бля. Бать. Еще ты не хочешь брать его, блядь? У шаманов, паладинов и воинов. Нет. Тут пол рейда, блин, первый раз. Если по шаману в каждую пати кинуть, то они будут ставить тотем трепета, и тогда почти весь рейд не будет в эфире. Это пати хилов? Или это пати паладинов? Резервация. Я захожу. Там Даня пришел. Вот, я так понимаю, я Элем, да? Хаба. 6 хилов, вот. Я в первом пайке. Ту-ту-ту-ту. Да, забавно, Йоксарон всех этих крутых инопланетян, да, вокруг пальца, да? Всех поимел. Плутишка Йоксарон. Хо-хо-хо. Не могу пригласить члена другой группы. Что-то таунтить у друг друга, а толку нет. Окей. Отведу эту дурочку. Отходите, отходите. Ебать. Я думал, как успеется дойти, либо успеет.
Красиво. На каждом боссе вайпаемся. Мы, наверное, не убьем сегодня алголона. Откуда такой пессимизм? Вы тут такие все оптимисты, я посмотрю. Нас куда типа пристал? То, что, блядь, один ходит, он рейд убивает. Он уже убил два шарящих вора, кстати. Остался один. Ауе, ауе. Защитник выйдет.
Хороший крик. Очень-очень красивый на трансмод. Если вы хотите лучший трансмод, я сейчас сову или в поле не быть? Мне бар понравился только что. Не наступайте на сугробы и сам наступите. Да, и сам наступил на него. Да, северный сивень. Но он нормально вроде закончился. Заканчивается в снежке, в сугробе. Бля, стой. Все, фул рейд. Этот вспомнил видос. Я тебя скину потом в контакте. Ну что? Ачивка всем бегать? Не больше 2 стаков? Привет. Мы ее не сделаем, не парься. Я знаю, но попасть устроим.
Беги, малышка, беги! Счастливо. Запаролите. Что там, колечко на посланника? Там еще плащ остался. Ну, не в писе, скажем так, прям можно еще поварьировать. Рел чипер. Не посланника, да. Плащ-то то ли на кота, то ли на кого. Меткость, сила атаки, хуйня какая-то. Может, ретрик хуй знает. Надо ФБ, может. Неплохой. ФБ плащи всегда с ласта идут. А чё вы стесняетесь, я не понимаю. Что, мобы страшные или чё? Забери за гримуар. Видите, уже второго. Ясно.
Раз, раз, прием, прием. Нет. Кто там в комнату идет? Какой-нибудь танк в комнату пойдем. Вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Проблем хардмон? Но вы? Что это? Где я? Пошли подхилить его, ничего. В другую сторону. Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Ой, я не слышу. Ружьё наберите! Какие-нибудь потаунтить. Белин там. Так, читаем ты на ПД. О, вой. Ралли, ну блин, не рви огромнее, таунта нет. Верните, кто там играет. Охуеть, вайпнули санаторию, пиздец.
нет. Нет. Тебе 10 раз сказал, что тебя не слышно. С пола сказали, что тебя не слышно. Босс в тему кричал ничтожество. А можно краткий гайд, что делать в комнате ДД? Рука в трусах. Сложная тактика, но я думаю, справлюсь. В комнате в конце стоит моб, он кастит из правой руки, то есть левый такой огонек. Он заранее начинает кастить, ты видишь, и ты, соответственно, должен перебегать в другую сторону. Я добежал еще, ты говоришь, чек уже там как. Еще через вестибюль, наверное, бегает, я не знаю.